Чукотка готовится к спортивным мероприятиям. В ближайшие 2 недели в округе пройдут 3 значимых события. Гонка на кожаных байдарах, фестиваль коренных народов Арктики и полумарафон на 21 100 метров. Все подробности далее. Чукотка спортивная. Сразу несколько крупных мероприятий запланировано к проведению в нашем регионе на ближайшее время. В субботу, 23 июля, всех желающих приглашают поучаствовать во 2-м окружном полумарафоне «Бегу по Арктике». Он пройдет в окружной столице от вертолетной площадки до горы Дионисия. Дистанция с элементами бездорожья составит 21 километр 100 метров. Для безопасности на протяжении всего пути участников будут сопровождать вездеходы и квадроциклы. На старт допускаются граждане от 18 лет и старше при наличии допуска от врача и полиса страхования жизни. Регистрация участников из Анадыря состоится 22 и 23 июля. Спортсменам из других населенных пунктов, чтобы принять участие в полумарафоне, нужно обратиться в Управление социальной политики муниципалитета для подачи заявки. В данный момент сейчас принимаем звонки от граждан, от спортсменов, от легкоатлетов, которые активно хотят принять участие в открытом полумарафоне. Вот. Мы их сейчас предварительно собираем списки. Также, кто первый раз принимает участие в этом году, напоминаем им, что нужно при себе иметь документы, да, паспорт, допуск врача и страховку. Вот. И будем также регистрировать на вертолетной площадке, где начнется старт. День марафона, да? Да. Готовится спорткомитете к проведению другого масштабного мероприятия. Впервые на Чукотке пройдет фестиваль коренных народов Арктики – Берингийские игры. Также с 1 по 5 в рамках международного фестиваля «Берингов пролив» пройдет Берингийские игры в городе Анадырь. Примут участие 9 арктических регионов России. Начинают регионы уже пролетать 1 числа. Будем их встречать. Спортсменов 36 спортсменов, плюс представители региона. В столице Чукотки соберутся представители Мурманской области, Республики Карелия, Архангельска, Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Якутии, Чукотки. В каждой команде по 4 человека. В сборную нашего региона после серьезного отбора вошли сильнейшие спортсмены. 2 жителей Анадыря – Вадим Анака, Олег Эттон, а также Арина Рахтена из Нового Чаплина и Светлана Шевкунова из Проведения. Им предстоит побороться за звание лучших в таких дисциплинах, как прыжки с колен, высокий удар одной ногой, перетягивание ленты головой, достань рукой, быстрые нарты и перетягивание палки. Анна Мартяшкина, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.